с 18 октября Одесская область перешла в красную зону. Что обязательно? Обязательное ношение маски, обязательное соблюдение дистанции в 1.5 метра. И те заклады, которые кинотеатры, торговые центры, их работа запрещена, но есть заведения общепита, допустим, или какие-то торговые площади, где 100% вакцинация сотрудников прошла, то они могут работать. Также образовательные заведения, где 100% сотрудников прошли вакцинацию, тоже могут работать. Красная зона не касается магазинов, продовольствия, которые торгуют продовольственными товарами, аптек и социально значимых заведений. Но обязательно в этих заведениях ношение маски и соблюдение дистанции в 1.5 метра.